В детстве надо мной очень многие издевались, там, унижали. Ну, я был практически растение какое-то. И мне просто это, наверное, надоело. Я стал заниматься спортом. Достиг каких-то результатов. Я думаю, очень сложно выловить где-то каким-то соревнованием. А наши вот люди, которые в колясках, они почему-то в основном сидят дома. У меня так возникла идея создать такой вот, типа, центр, чтобы этих людей как-то вытащить из этого там домашнего заключения, чтобы они смогли хоть как-то где-то, даже просто для общения, не говоря там уже, что вот эти разные игры там можно поиграть, даже просто, чтобы они могли общаться. Кто-то в шахматы хочет, кто-то просто пообщаться, кто-то, ну, там, кто-то в теннис, кто-то, ну, разнообразие, чтобы было какое-то у людей, чтобы они могли покинуть стены и чем-то заняться, найти себя, пообщаться, потому что они крайне ограничены в общении. Если что-то начинает получаться, человек получает какую-то уверенность в себе, и те опущенные руки начинают потихонечку подниматься.